Что тут у нас? Тут все решили выйти срочно в Перископ. И я тоже решил тоже это сделать. Итак, смотрите, показываю, тут у нас. Так, Сергей Миронов. Он сидит в Перископе. Мы смотрим его Перископ. Вот. В Перископе смотрим Перископ. Так, мы в Перископе смотрим Перископ. Смотрите. Перископ. Перископ, Перископ. Вы смотрите, что мы здесь видим. Мы видим меня, там видим Сережу. Здесь видим могучего Славика. Так. Так. Санечка, падает тоже. Перископом. Ради тебя даже от Мирона отключился. Саня, трансляция очень короткая, давай дольше. Ты же чувствуешь, что тебя перископили. Ребята, я просто стесняюсь. Смотрите, тут у нас Дениска. Смотри, что он окучил. На самом деле, буквально несколько лет, и люди перестанут ходить и даже бегать. Они будут кататься вот на таких движухах. Вот, двойной бицепс будут показывать и ехать. Спасибо. Смотри, это всерьез Дима. Так. О, отлично. Дима. Привет, привет. Да. У нас тут дружная большая семья. Все в спорте. Вон Юркин ребенок спит. Маленький устал. Он даже на нас уже не реагирует. Так. Что тут? Тут у нас... Так, тут у нас не надо смотреть. Тут у нас девчонки отдыхают. Скучно без Кокалева, конечно, скучно. Очень скучно. Мы на самом деле очень сильно расстроились, что он не приехал. Потому что Мишка душа компании. Кока где? Уже говорил, он побежал у нас. Побежал у нас сделать третью часть. Вторую часть и начало третьей. Говорят, у меня Миронов в компе, а ты в телефоне. То есть сразу смотрит нас с тобой. Че пишет? Что пишет? Да, народ тебя любит вообще. Народ меня любит? Народ, да народ у нас, вообще у нас хороший народ. Все бродяга. Где Юрка? Молодец. Юрка, ты бы видел? Здрасте, подписчикам привет. Так. Здрасте, подписчик. Жена у меня красивая, спасибо. Да. Ну, конечно, мы же к Димке приехали на проект, как можно было Диме не помочь разбирать. Все устали после самолета. Просто кто-то приехал раньше, кто-то приехал позже. О, смотрите, я вам нашел Юрку. Сейчас будет Юрий. Юра. Все спрашивают, где ты, потому что все видят всех, кроме тебя. Смотрите, Юрка красавчик. Да, он уже поел. Опа. Опа, вот и он. Вот. Дайте попить яички. Юра, покажи банку. Ну, Юра только что показал ее, куда что-то. У Юрки она всегда в форме. Как вам? Вот это и называется знаменитая банка. Саня красавец. Зуб Мухаммедович, он сегодня ел у нас только овощи и рыбку, и водичку. Да. Больше ничего? Да. Больше ничего. Да. Юрка, выглядишь на 35. Юра. Спасибо. Приятно. Сколько человек? 33. Нормально. У Сережки Миронова 488. Трицепс. Трицепс у Юры такой же готовый, как и бицепс. То есть он вообще у нас всегда на форме. Вот. На форме главное букву О не перепутать с буквой А. Ну это вообще было бы просто верхом цинизма попытаться кому-то перепутать О и А. Правильно? Я девушка с розой на талии. Да. Ну как, мы же все на самом деле сюда приехали с женами. И у нас не просто пропагандирование спорта и здорового образа жизни, но еще и семейных ценностей. Все любят свои половинки, и все здесь у нас за ними ухаживают, мы все вместе готовим, убираем, снимаем проекты. А вечером вот происходит вот такая вот эпидерсия. Смотрите, у вас в одном кадре целая куча чемпионов. Денис Гусев. Да, смотрите, Сережа, Слава, Дима, все. У вас взаимные... Да, мы друг друга здесь снимаем. Все, мальчики, девочки, все, кто смотрел, всем спасибо. Мы еще выйдем в сеть. Я только-только начинаю. Шорты, уинер, кайфовые, да? Всем привет, Питер. Да, работаю тренером. Все, ребят, до встречи. Всем пока-пока-пока. Опа. Что-то у меня не получается. Нет, еще разочек. Опа. Ну, что-то ничего у меня не получается. Останови трансляцию. Ладно, остановим ее другой кнопкой.